Итак, давайте рассмотрим задачу на взаимодействие двух тел. Пускай у нас имеется два шара. Массами М1 и М2. И шары налетают, ну скажем, один шар налетает на второй. У первого шара скорость какая-то v с ноликом. А второй шарик, пускай для определенности, будет неподвижен. Сначала рассмотрим случай, когда удар является центральным. Центральный удар, то есть попадает сюда, и после взаимодействия у шаров будут какие-то скорости v1 и v2. Давайте их найдем. В принципе, удары можно классифицировать на два типа. Если удар, ну, вообще говоря, можно классифицировать на три типа. Первый тип ударов – это абсолютно упругий удар. То есть такой удар, в котором не происходит переход энергии в тепловую энергию. Итак, абсолютно упругий удар. При этом дельта У, изменение внутренней энергии тел, будет равно нулю. Обычно к таким приближениям можно пользоваться, если происходит столкновение каких-то металлических шаров или очень каких-то упругих тел. Второе приближение, вторая модель, это абсолютно неупругий удар. При абсолютно неупругом ударе два тела слипаются и начинают двигаться вместе. Тогда дельта У не равно нулю. Дельта У не равно нулю. Но если тела слипаются, то тогда V1 равно будет V2. И тела двигаются вместе. Ну и третий случай. Третий случай – просто удар, который не является ни абсолютно упругим, ни абсолютно неупругим. Что при этом происходит? Скорости тел оказываются неравны, ну как вот в этом случае, например, V1 не равно V2, но дельта У не равен нулю. Про неупругий удар – мы сказать, к сожалению, мало что можем. То есть там нужно вводить какие-то доопределяющие моменты, связанные с постановкой задачи. А вот задача про абсолютно упругий. Значит, назовем это третий случай удара общего вида. Значит, для абсолютно упругого и абсолютно неупругого удара мы достаточно легко можем построить теории, построить, решить задачу. Итак, задача заключается в нахождении скоростей. Рассмотрим сначала наиболее простой случай, то есть абсолютно неупругий удар. Первый. Абсолютно неупругий удар. Давайте назовем это 2. Да. Абсолютно неупругий. При этом V1 равно V2. Мы можем написать несколько законов сохранения. Закон сохранения импульса и закон сохранения энергии. Будем считать, что вращение в данном случае не происходит, просто потому что удар центральный, ничего не закручивается. Закон сохранения импульса даст нам P0 равно P1 плюс P2. Поскольку V1 равно V2, назовем его буквой V. И из этого выражения получим M1 V с ноликом
плюс 0 на, на скорость на m2, нам она не нужна, оно будет давать нам m1 плюс m2 на v. И закон сохранения энергии. Изменение кинетической энергии плюс потенциальной энергии. Потенциальная энергия в данном случае не меняется. Мы условно считаем, что это все происходит в, на одном и том же уровне потенциальной энергии. Значит, будет дельта Е кинетическая плюс У равно работе неконсервативных сил, но в данном случае мы трением, про трение сказать ничего не можем. Трение у нас отсутствует, поэтому вся работа силы трения у нас пойдет во внутреннюю энергию. Поэтому дельта Е кинетическая плюс У будет равно нулю. И переписывая это, мы можем написать, что М В0, М1, В0 квадрат пополам. Это кинетическая энергия первого тела, которое было до соударения. Она станет равна кинетической энергии всей системы, то есть М1 плюс М2 В квадрат пополам плюс, изменение внутренней энергии тела. Изменение внутренней энергии тела – это количество теплоты, которое выделилось. Первое уравнение дает нам выражение для скорости. Из первого уравнения мы получаем что V равно M1 V с ноликом делить на M1 плюс M2. А второе уравнение нам позволяет выразить вот это вот дельта У. Из второго дельта У, его можно написать, что это количество теплоты, которое выделилось, изменение внутренней энергии. И оно будет равно М1 В0 квадрат пополам минус М1 плюс М2 В квадрат пополам. Вместо В в квадрате пополам напишем М1 квадрат В0 квадрат делить на М1 плюс М2 в квадрате. Это равно М1 В0 В квадрат пополам на единица минус М1 делить на М1 плюс М2. Ну или упрощая, приводя к общему знаменателю, получим, что Q равно М1 В0 В квадрат пополам на М1 плюс М2, а сверху М1 плюс М2 минус М1 будет просто М2. И окончательно получается М1 М2 В0 В квадрате делить на 2 М1 плюс М2. Это вот количество выделившегося тепла при абсолютно неупругом ударе. То есть часть энергии переходит в тепло. Теперь рассмотрим вторую задачу. Задачу с абсолютно упругим ударом.